going back. Отправляешься домой? Я не дам ее тебе. Почему ты думаешь, что я ее хочу? Я слышал твою подружку. Ты не хочешь, чтобы кто-то уходил или приходил сюда. Это не относится к тебе, Питер. Я сделаю так, чтобы ты вернулся домой. Тогда дай мне отнести ее моим друзьям. У меня есть идея получше. Пускай они придут к нам. К нам? Кто такие мы? Пираты! Потому что они их убьют. Так же, как убили... Как убили Лису. Это была ужасная ошибка. Я пытался это предотвратить. Ты позволил им это сделать. Ты стал одним из них. Послушай меня, Питер. В этом мире есть кое-что, что полностью изменит нашу жизнь в Лондоне, что сделает нас самыми могущественными людьми в мире. А Бонни и ее люди помогут нам найти эту вещь. Она одурила тебя, Джимми. Дай мне нож. Я слишком хорошо тебя обучил. Я клянусь, Питер, я перережу тебе горло, если ты не успокоишься и не дашь мне объяснить тебе, что я здесь нашел. Да тебе на меня плевать, тебя интересует только она. Ты не прав. Я забрал тебя из работного дома не потому, что мне стало тебя жалко. Я забрал тебя, потому что я должен был твоей матери. Твоей матери. Ты знал мою мать. Очень хорошо. Это моя мама? Я пообещал ей воспитать тебя как своего. И сейчас я тебя просто так не брошу.